Здравствуйте. Упражнение для исправления гиперкифоза. Начинает мой сын, а дальше я. Руки под углом 90 градусов и угол в локтях тоже 90 градусов. Разворачиваем ладони через большой палец. Делаем 10-15 раз. Если это для ребенка, то начинать можно с 6 раз, потому что для них это немножко сложновато с непривычки. И держать руки в таком положении будет сложно. Я с ребенком начинала с 6. Если совсем сложно, то можете даже с 3 раз. Добавляем к развороту ладоней отрывание рук от спины. Сохраняем угол 90 градусов. Не спешим, стараемся прочувствовать отведение лопаток. И тоже 10-15 раз. Начинайте с минимального для взрослых или для детей. Это не имеет значения, то есть сколько вы сможете, чтобы не было резкого перегруза. Если справляетесь, то 10 для начала будет достаточно. И забыла уточнить, что стоим, прижавшись лбом к поверхности, то есть это стенка или дверь, что для вас удобно, что найдете. На моем канале вы сможете для себя найти множество различных комплексов при различных проблемах, а также профилактические комплексы, комплексы утренней гимнастики в течение дня, также приемы самомассажа, детского массажа, массаж, который я вообще выполняю в лечебной своей практике. Также много теоретической информации, которая поможет вам лучше разобраться и понять проблемы и заболевания, которые сейчас в это время очень актуальны. Остаемся в таком же положении и добавляем выпрямление рук вверх. То есть вначале раскрытие ладони через большой палец, затем отведение назад и подъем рук вверх, вот этот угол. Следим за тем, чтобы ладони были развернуты внутрь. Также выполняем от 10 до 15 раз. Начинайте с минимального, если для вас это будет сложно. Например, с 6 раз. Сидячий способ жизни – это бич современного времени, поэтому эти упражнения обязательно добавляйте в свой ежедневный комплекс, и вы обязательно увидите результат. И чем раньше начнете их включать, тем лучше. Если для вас это видео было полезным, понравилось, то не забудьте подписаться, поставить лайк и напишите в комментариях ваши впечатления от комплекса. До встречи в следующих видео.